Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Центральный вход в парк культуры и отдыха как стена славы. Возле нее задержится как минимум 2500 человек. Ведь на стендах фотографии с 1 сентября. 2500 первоклассников Орска. И каждое фото с перспективы на будущее. Здесь врачи, учителя, повара и банкиры. Покажи, где ты находишься, сынок. Будущий космонавт Сережа Дегтярев прокладывает путь к фотогалерее. Себя он находит сразу, а следом и всех своих друзей. Конечно, нашел и своих друзей, и друзей, которые были с ним в садике, когда мы недавно только выпустились, и своего лучшего друга. Авторы проекта – неравнодушные родители, администрация города и компания «Уфанет». Фотографии провисят здесь весь сентябрь. С этой фотогалереи праздник знаний только начинается. Продолжение в каждом уголке парка. У первоклассницы Леры Федорук сегодня первые выходные после трудовой недели в школе. За эти три дня она сделала вывод – учеба в жизни просто необходима. Потому что там добрая учительница, и поэтому я хочу учиться. Для таких, как Лера, подарок – билеты на аттракцион. Их раздали еще в школе. И сегодня все на карусели.